Жек, кто сегодня основной вратарь? Ну, он хорошо себя проявил в товарках, которых играл. В целом, ну, как бы тренерского штаба бы просто говорит, бля, мы разминаемся по солнцу. Нет такого ощущения, что что-то экстраординарное должно произойти, чтобы Леха стал первым номером? Нет. Мне нравится Леша, но, ну, допустим, с Басом был такой гол какой-то немножко, ну... Вратарский. Ну, нет, я бы так не сказал, но он относительный, вот, условно, да. И, конечно, там в этой ситуации тренерский штаб рассуждает простыми цифрами. Есть? Нет. Все. Как бы, ну и Муха все равно, он опытнее. У него как минимум больше матчей в том же фонбет-кубке России, а у Леши их нет. Леша очень долгое время даже в больших воротах не играл. Ему нужно как минимум больше игрового тонуса. Я думаю, что... То есть, как ты и говорил, конкуренция... Жива. Здесь все придет точно, и Леха явно не чувствует себя, типа, на всю жизнь запасным. Не чувствует он этого, это точно. И я с ним об этом говорил. Я надеюсь, что и Федя в этот же тонус вернется. Очень надеюсь. Спасибо.